Познакомиться с удивительным многообразием лесного мира сегодня можно, не выезжая на природу. Достаточно лишь заглянуть в Брестский областной краеведческий музей. За витринными стеклами королевство трутовиков, мхов и лишайников. Многообразие экспонатов и их названия удивляют. Ромалина ясневая, кладония, алеврия оранжевые, похожие на морские лесные кораллы, фотографии и натуральные экспонаты. Все перечислить невозможно. На выставке свыше 120 видов трутовых грибов. Коллекция лишайников. Живые лесные организмы. Есть у нас живые натуральные экспонаты, которые еще растут. Мы их поливаем, бережем для посетителей, чтобы можно было увидеть все краски. Потому что, конечно, краски живого организма отличаются от гербарных. Главная цель этих выставок – это привлечь внимание к нашей природе, научиться бережно относиться к этой природе, научить не только детей, но и взрослых. Основная часть лесных красавцев собрана в массиве Национального парка Беловежской пущи. С микологической точки зрения пуща – самая ценная лесная территория Европы. Там насчитывается порядка 3000 видов грибов. 46 новых видов обнаружено на территории парка за последнее время. Одна из основных функций Национального парка Беловежская пуща – это экологическое просвещение населения в том числе. Поэтому мы в принципе, хорошо и с пониманием отнеслись к предложению руководства областного краеведческого музея организовать выставку грибов, трутовиков, мхов и лишайников. Тем более в Беловежской пуще есть огромная база, основа коллекции и многое другое. Несложно догадаться, с чем призвано познакомить брестчан и гостей города выставка, имея такое интересное экологическое название – лесные невидимки. Обратить внимание на то, что всегда рядом удивительный мир окружающего нас растительного биоразнообразия. Выставка продолжит работу до 17 декабря.